Добрый день. Происходит распаковка и сборка гриля модели LV2002-1704B. Это габаритные размеры упаковки. Вес данного гриля без упаковки 16 кг, в упаковке 17 кг 350 грамм. Инструкция для выкористання и схема по сборке. Так, это ножки. Это полочка между ногами, наверное. Тяжелый. Это чаша для пепла. Это боковые ручки. Это колеса с заглушками. Это деревянные полочки спереди гриля. Это деревянные полочки сбоку гриля. Это для чаши. Это тоже ножки. Так, термометр. Полочка для подогрева. Ось для колес. Это такие прихваты, потом сетку снимать, чтобы не обжечься. Так, это для чаши для пепла. Берем вот эти вот боковые ножки. Так, вот этими полукольцами наверх. Так, вот здесь есть вот такие вот какие-то штучки. Их оставляем вместе, я так понимаю. Так, одна ниже другой, потому что одна будет на колесиках стоять. И теперь устанавливаем вот эту полочку сюда. Берем самые длинные болты, 50 миллиметров. И... Так, понятно, все, прикручиваем. Вот здесь. Так, это закручиваем здесь. Так, теперь так, зажимаем эти болты со всех сторон. Колесо закручиваем галочку вот так вот где-то приблизительно, и здесь вот есть отверстие, защелкиваем в них крышку. Так, следующий этап — это установка нижней части бочки. Так, вот этот вот низ барбекю прикручивается шестью вот такими вот толстенькими 12 миллиметров длиной болтиками. Все, после того как установили 6 болтов, можно их теперь зажать. Зажимаем хорошенечко,
Теперь нужно установить полочки, вернее крепление для полочек и чашу для золы. Закручиваем ее болтами к низу бочки нашей. Так, теперь переворачиваем барбекю на бок, чтобы зажать болты. Так, крепление для чаши прикрутили. Теперь собираем чашу. Таким образом у нас будет вентиляция, доступ воздуха и перекрываться. Здесь ручка, и с этой стороны шайба с гаечки. Так, теперь берем ручку. Прикручиваем ручку. Так. Зажимаем гаечки ключиком на 10. Так, чашу для золы собрали. Теперь вставляем ее на место. Теперь собираем переднюю полочку. Она просто надевается, крепление для нее вот сюда. И теперь здесь вот три дощечки, это и будет наша полка. Она потом будет вот так вот раз. И если мешает сниматься, опускаться, вернее. Так, вот это вот наши дощечки для полочки. Вот этот подтайчик его сверху. Теперь можно это все обжать отверткой. Зажали. Теперь смотрим, как эта полочка работает. Вот она стоит устойчиво. Подняли вверх ее и опустили. Все. Теперь можно его закатить на летнюю кухню для хранения. Подняли полку, зафиксировали. Для того, чтобы установить полку вот с этой стороны, так, нужно закрепить, опять же, два таких кронштейна. Вот так вот эти уголочки крепим там, где отверстие ближе к верху. Вот, вот здесь вот. Можем сразу зажать отверткой. Так. Теперь здесь прикручиваем деревянные полочки. Установили. Теперь зажмем. Теперь эта полочка приподнял, опустил ее. Удобно хранить. Так, устанавливаем теперь вентиляционные заслонки и ручки боковые. Зажимаем.
теперь устанавливаем крепление для верхней крышки. Вот так вот она идет снаружи и вот таким вот болтиком прикручивается. Тут уже есть резьба. Так, теперь устанавливаем верхнюю крышку. Так, теперь эту крышку нужно прикрутить. Конечно, придется немного повозиться, но ничего страшного. Теперь можем зажать эти болты. С этой стороны тоже зажмем. Так, крышку тут закрепили, вот она так получается у нас. Открывается, закрывается. Теперь вентиляционные отверстия на длинные ставим на длинненькие вот эти вот штуки, болтики. Вот такие вот длинные болты. Вот так вот повисает сетка для готового продукта, чтобы он не остывал. Так, теперь установим ручку. Теперь установим термометр. Так, это у нас решетка для углей. А это решетка для жарки. Можно эту штучку поднимать, угли там поправлять, допустим. Вот эти вот ручки, что вначале я достал, это для того, чтобы ее снять вот так вот и не обжечься. Высота этого гриля 95 сантиметров, длина 106 сантиметров и ширина 63 сантиметра. Так, размер решетки для приготовления 70 на 35 сантиметров.